Уважаемые эксперты так часто просят показать им гнутую воду на вращающемся шаре, что против этих настойчивых просьб устоять просто невозможно. Вот вам, пожалуйста, гнутая вода на вращающемся шаре. Шар, безусловно, влажный, мокрый, и он вращается. Причем вращается гораздо быстрее, чем это делает Земля. Напоминаю, что наша планета делает один оборот в сутки, в 24 часа. А этот шар делает один оборот, ну, за несколько секунд. Его можно, кстати, остановить и заставить вращаться в другую сторону